Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе. Меня вы можете знать по таким фильмам, как «Крепкий орешек», «Большой Бабби Джон» и «Сладкая Пеппа». Прямо сегодня, ребята, мы зайдем на мой взломанный аккаунт и посмотрим, что же с ним произошло. Потому что, ребята, как вы знаете, более месяца назад мой аккаунт взломали. Так вот, что же в нем случилось, я вообще понятия не имею. И прямо сегодня его разблокировали, yes. Давайте смотреть. Ну посмотри на эту красоточку. Хочешь ее получить совершенно бесплатно? Тогда прямо в эту секунду прожимай огромнейший лайк, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. И самое-самое главное, я буду проверять, посмотри все видео от начала до конца без перемоток, и одному счастливчику я подарю Legacy. Ну а теперь давайте немножко предыстории. Что же произошло с моим аккаунтом? Так вот, 2 года назад, когда еще трава была зеленая и Кент не был Пеппой, 2 года назад мой подписчик подарил мне аккаунт с ВМ Treasure Hunter, и даже видео на канале мне подарили Авик ТХ. Так вот, прошло 2 года, и знаете что? Подписчик говорит: «Чихуахуа, Кентуха, отдавай аккаунт обратно!» и пытается восстановить доступ. Я смотрю, что он взломал мой аккаунт. Я понимаю то, что прямо сейчас пойдет контент, и все мои скины начнут сливать за 0.3. Я пытаюсь тоже восстановить доступ. И тут Google говорит: братва, спокойно, подозрительное действие. И Google заблокировал мой аккаунт на неделю. Так вот, спустя неделю, прямо сегодня он его разблокировал. И мы посмотрим, что же произошло с этим аккаунтом. Ребята, надеюсь, там еще остались какие-то скины. Поехали. Не может быть, вот и зашел на мой аккаунт. Что же я тут вижу? Дорогой ты мой, а я тут вижу ник Кент Пеппа и аватарочка какой-то Пеппы. Братан, запомни, ты пыль. Я не Пеппа, ты пыль. Я не Пеппа, так, надеюсь, я это запомнил. Так, смотрим, что же я вижу. Слил мне звание, да? У меня был мастер. У меня был мастер и у меня был рейнджер. Теперь за Феникса спасибо. Зашибись, дорогой ты мой. Спасибо, что слил мне звание. У меня лучший ранг мастер, я реально был мастером. Он просто взял и слил мне звание. Братан, я тебя люблю. Ну, знаете, что самое интересное? Самое интересное впереди, потому что у меня в инвентаре 242 новых предмета. Мне очень интересно, что же купил этот красавчик. Я очень надеюсь, что все мои скины на месте. Ну что же? Раз, два, три, елочка, гори! Ля, у меня пропала симка голды. У меня было 220 тысяч голды. Куда делись мои 7 косарей? Откуда меня взяли шарфкейсики? Откуда я их не покупал? Не, ну если они уже в инвентаре, то штучку можно открыть. Ох, ребята, мне страшно листать вниз, потому что мне кажется, чем ниже, тем хуже. Куда делась моя голда? Где все мои скины? Рейнбоу стикер пак, я их тоже не покупал. Шарбоксы тоже не покупал. 100% это все он. Это все, это перхоть. Это не я, ребята, отвечали, ну бага лимова. Опа. А, Сигар Про, ну зашибись. Я понял, я понял. Да, ребята, вот это я понимаю. Так, не понял. А кто купил эти легендарки статреки? Ну это же не я. Это кто посмел поднять руку на мою голду? Йохан и Бабай, вы посмотрите, что произошло. Но зато можем сделать крафт. Ну, ребят, давайте, раз уж такое дело. Я не знаю, что будет дальше, мне уже плохо. Понимаете, сердце, ребята, болит. Несите валидольчик и водичку сейчас запьем, брата, плохо. Ну что же, давайте хотя бы сделаем крафтик. Возможно, хотя бы нам в нем повезет и карта Кингстон трек. Дорогой ты мой, иди к папе. Блин. Минус 1500 голды за 5 секунд. Ёлки-палки, знал бы бы. Лучше бы и продал бы эти скины. Зашибись, ребята, да. Вы посмотрите, что он понакупал. Это ж что такое? Это кто посмел? Это кто тебе дал право покупать Desert Eagle Glory? Ты нормальный? Ты чё делаешь? Вы посмотрите, как много он купил этих анкомонок. У меня, понимаешь, у меня голда заканчивается, дорогой ты мой, ты что делаешь? Ё-моё, ребята, мне теперь все это надо перекрафтить, потому что у меня появилось 200 ненужных анкомонок. Или комонок, короче, все равно. Блин, мне это больно смотреть. Ладно, идемте листать дальше. Надеюсь, он не продал ножи. Это самое ценное, что у меня есть. Пожалуйста, только не их, все что угодно. Блин, да сколько можно? Ну ты совесть-то имей. Райл кейсочки. Ой, хорош. Не, а, это я их закупал. Это я их закупал. Сколько они сейчас стоят? 118. О, дорожают. Нормально, хэштеги погано. Хэллоуин скирпаки. Давайте пересчитаем, сколько у меня их. Потому что, ребята, если они пропали, я буду в тильте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. А где 20? У меня было 20!
Он взял и продал один холодильный черепок! Ты как посмел, ребята, что эта пыль позволяет себе? Пропал черепок! Знаете, сколько они стоят сейчас? Знаете сколько? Они стоят 4400! Нет, нету, нигде нету, просто взял, продал себе, походу он успелся прикинуть холодильный черепок. Какой наглый, я просто в шоке. Ну а прямо сейчас мы, ребята, посмотрим на самое ценное. Это мои перчаточки и ножички. Идите к папочке. Так, давайте пересчитаем, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Стоп. Не хватает одной пары ножичков. Не понял. Керамбит и Голд, ты где ты? А где Керамбит Голд? А сейчас реально не смешно. А где Керамбит Голд? Подождите. А где Керамбит Голд? Ты решила его продать! Вот так вот, да ты? С моим Керамбитиком Голд, моим любимым, моим родимым! Ты как посмел, не трожь его! Ребят, это просто капец, если бы я, возможно, заметил на час позже то, что он пытался взломать мой аккаунт, то тогда бы у меня не было бы Керамбита Голд, он бы его просто-напросто продал, фух! Применяем Керамбит Голд, фух! Как же повезло. По поводу перчаток остается открытый вопрос. У меня было две пары Steam Raider'ов. Почему у меня сейчас только четыре пары перчаток? Должно было быть пять. Так, я надеюсь, что это все шутка. И то, что с перчатками все хорошо. То есть я прямо сейчас, ребят, захожу. Выбираю Empire Collection. Захожу в Steam Raider и... Нет, он их продал! Он продал одну пару моих перчаток! Вот негодяй-то какой! Фух, как же повезло, что не успел продать самые дорогие перчатки. Так, перчатки панка у меня были или нет? Я уже и не помню. Ладно, листаем самый-самый низ. Ох, как же много у меня всего. Так, ребята, вот тут-то самое приятное. Арканочки! Ну, честно говоря, я не помню, сколько именно у меня было аркан, но я помню, что у меня было 5 по 350... А, уже 4. Уже 4, уже продал! Ё-моё! Фух, ребята, он не заметил статрека Кэрри Некромансер. Просто представьте, если бы он заметил вот этого Кэрри Некромансер с четырьмя дрэгонами, то он бы по-любому их продал. Как же мне повезло, сегодня реально мой день! Так, листаем дальше. А где мой LM Sport V2? Так, надеюсь, просто на рынке. Не-не-не-не-не. Ща уже, ребят, мне уже плоховатенько стало. Надеюсь, уже все, шутки закончились. Так. Иди сюда. Фух, ребят! Кстати, он почти продал мой LM Sport V2! Быстро отменяем, просто максимально резко отменяем. Просто, ребята, срочно я беру, применяю его. Прикиньте, если бы я зашел реально на аккаунт минут через 15, ну, не заметил бы, что меня взломал. Он бы просто взял бы и продал бы все мои скины. Притом он продавал самые дорогие скины. Он хотел продать просто по цене с рынка, получить голду. И потом всю эту голду перекинуть себе на аккаунт. Фух, ребята, что он творит? Просто представьте, он зашел на аккаунт, он не знал, наверное, что делать. Потому что так много синов. USP Genesis, иди к папочке, мой ты дорогой и любимый. Так, а где АКР? А где АКР Техаста Трек? Не-не-не-не-не, только не это. Где мой АКР Техаста Трек? Не-не, что, опять на рынке? Да нет, вы что, прикалываете? Он что, все на рынок выставляет? Ля, братан, ты что? Ты адекватный или что? Ты кто? Ты что все сразу отдаешь, брат, на рынок? Сразу все продаешь? Ты что? Вот подписчик, да, представьте, какой наглый. Он не подарил аккаунт, спустя полтора года зашел, начал продавать все скины. Просто, вот, если бы я на чуточку позже зашел, мне бы была бы полная попа. Все, ребят, теперь он больше никогда на этот аккаунт не зайдет, и этот аккаунт 100% будет моим. Нет, нет! Надеюсь, мне показалось! Кажись, там было 3 аркана вместо 4 на релике. Да, он стер! Он стер, а до аркана было 4! Братан, если ты меня смотришь, ты меня не братан, ты перхоть! Знаете, что он сделал? Просто давайте перейдем вкладочку в клан. Посмотрите. У нас появился новый Элдер Некро. Кто это? Это не я давал Элдерку, моя твоя, не понимать. Ему кто-то просто взял и дал Элдерку. Ну как кто-то, этот взломщик. Он вообще какой-то сумасшедший. И знаете, что самое обидное? Он кикнул Анетку. Посмотрите, у меня была Анетка, Анетки нету. Просто он взял и кикнул Анетку. Анетка, это моя девушка, она была в клане Маслята, у нее был солидер. Он просто взял и говорит, фу, теряйся, пыль. Минус Анетка, ничего себе, какой наглый взломщик. Как же мне повезло то, что я вовремя зашел на аккаунт. Также, ребята, только что обнаружил то, что он купил какие-то непонятные эпики. Ладно, вот этот эпик купил я. Да, это я на видео снимал, да? Вот этот вот эпик тоже купил я, да?
Ну вот этот вот эпик я не покупал! Я не знаю, за сколько голды он купил. Может, он за 3к голды купил, если прикинул голду. Вот этот вот эпик тоже я не покупал. Это что такое? Ты как посмел тратить мою голду, если ты это смотришь? Знай, я по IP тебя вычислю, дружочек ты мой. Ну и конечно же, хотел бы вам, ребята, подарить Desert Eagle Yakuza Soundtrack. Чтобы получить именно это прямо сейчас, по ссылочке в описании, перейти и подписаться на мой телеграмчик. Также, братанчик, надо подписаться на мой YouTube каналчик, написать любой хороший комментарий и поставить лайк. Все итоги будут в моем телеграм-канале, жду тебя там. Все, ребята, всех обнял, приподнял, лучше всем пока!